Всем привет! Всем привет! Мы вас не увидели. Всем привет! Вы на канале Чупа-Чупс ТВ. И сегодня мы ходим по эпицентру и смотрим игру. Как все красиво! Ой, смотри, какой домик внутри. А вот такой один, птичка в клеточке. Друзья, а вы тут были? Пишите мне в комментариях. Вот такая вот есть, очень мне нравится. Вот смотри, 13.80 маленькая. О, какая милая. Пойдемте, мой... Меня сестра зовет, я пошла. Надо нашу коляску найти. Мне все игрушки нравятся. Очень красиво. Птички. Очень интересно. Куда же они пропали? Слышу голоса, но не вижу где. Ой, очень красиво. Прям такое на душе приятное состояние. Ой, привет всем. Я тут. Друзья, я хочу вам показать, что я взяла. Такую балерину. В этот раз мы берем пока такие игрушки. Я просто балерина. Так. Смотри, что я взяла. Очень прикольные все игрушки. Шишечки какие. Я еще видела там. Смотрите, мы еще вот такую взяли. Вот, их по 3 штучки. Смотрите, взяли такой цветочек. Вот. Где, Влада? Вот твоя балерина. Это моя сестричка тоже балерина. Мы две балерины, да? А ну еще раз так. Я вас сфоткаю, могу обнимать. Бантик, да. Вот такую веточку, смотрите. Так, вот такое. Дальше петушка. Вот петушка. Влада, подойди тут. Тут. Такая. Влада. Дальше мы взяли такую. Представляешь, как она будет? Ладно, не могу взять игрушку. Такая вот. Да. А ну там пойдем посмотрим, что там. Пока мы набираем такие маленькие игрушечки. Синтепух кто-то положил сюда. Но оно на самом деле, оно очень красиво все. Я взяла такую веточку. А есть еще такие. Иду. Видела, очень красиво. Вот, смотри, совочки смешные. Очень милые. Пушистики. А вот какие птички красивые. Смотрите, что я нашла. Смотрите, что я нашла. Смешная сова, да? Давай аккуратно повесим. Мам, я хочу вам показать ёлку. А вот, смотри, какие. Я хочу вам сказать что-то.
Зрители. Идем. Зрители. Смешные. Смотри, какая шишка зеленая красивая. А вот какая маленькая елочка. Ну, это надо посадить обратно и не трогать, а то. Ой, оно тяжелое. Угу, баран. А, нет, это же этот олень. Вон там очень красиво, там где вот эти висящие такие. Мне, ой, вот эти мне очень нравятся. Безумно нравятся. Они прям очень красиво. Рита, смотри, Рита. Очень красиво. Вот эти вот мне шарики очень нравятся. А вот, Рита, смотри, какие шарики. Влада. Это очень все красиво. Влада, а вот я выбрала шишечки и... Виноградик красный. Тебе нравится? Да. А вы еще что-то возьмете? А вот, смотри. А вот такой возьмете? Какие веночки красивые. Ну, мы это купим в следующий раз. Конечно. А вот просто шарик, смотри. Очень смешной. Мне очень все нравится. Верхушки здесь. Марго, иди. Вот здесь верхушку можно выбрать. С петушком. Или тебе... Давай с петушком выберем. Смотри. Вот такой, смотри. Вот так. Вот это? Ну, бери это. Но ее надо в коробке брать. Смотри. Коробки? Конечно. Ее надо брать в коробочке. Обернутую. Вот она. А, или нет. Короче, ее надо оборачивать, я так понимаю. Ну, держи. Какая красота! На, салфеточки. Оборачивай. Возьми еще вот отсюда. Да, была. Ой, очень красиво. Надо... Такие милые шарики. А мне та понравилась, которую мы взяли. Ну вот эти очень красивые. И стеклянные просто. Ну и что? Пойдем, я тебе покажу кое-что. Не, есть, но они такие пластиковые, не очень симпатичные. А эти прям, ну, очень. Просто все класс. Класс, 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 класс. Мне нравятся вот эти вот висюлечки, такие все нежные, с розочками. Ой, прям душа радуется. Куда же они убежали, а? Хожу их, ищу. Ой, голоса аж там слышны. Нашла. Какие туфельки красивые. Сапожи. Это коньки. Вот сапожи. А вот босоножки. Это очень красиво. Ой, как все блестит.
Прям как я люблю. Бежали. Олененок такой милый. Такую веточку мы взяли. Ой, упал, малыш. Упал. Влада, Влада, Влада. Спрятались. Ой, я куда-то заехала в камушке. Надо поправить. Что? Наш малыш тоже с тобой ходит, рассматривает игрушки. А не может, у него тут нету этого. Ну, вот он. У него там нету этого окошка. Я думаю, он видит. О, подставочка тяжеленькая. Вот смотри, как в снегу. Когда у нас снег будет? Я думаю, как зима придет, так снег и будет. Если честно, через 2 месяца только. Может, раньше. Не думаю. Я хочу на этой красной посидеть. Можно попробовать, если там можно сидеть на ней. Вот мы такую верхушечку еще взяли. Очень нежная. И тоже блестит. Хлоп-блипа. Всякие. Пока мы взяли такие обычные петушка.